Медведи-соседи. Солнце встало над долиной. Рад ему медведь Бриар. Продюсер Минкли. Брамбл шалостями занят. Он крадет у пчел нектар. Режиссер Леон Динг. Вот родимый лес уютный. Что же там опять за шум? Не теряет ни минуты этот вредный лесоруб. Кто бежит сперва за нами, тот останется с усами. Под водой и на земле мир прекрасен, как во сне. Приключения, развлечения. В дураках врага оставим, мы без всякого сомнения. Авторы сценария Бин Ву и Жэ Хоу. Ведь друзей полно вокруг. Брат-медведь, на ветке белка, даже вредный лесоруб. Брат-медведь, дружок наш белка, даже вредный лесоруб. Медведи-соседи. Новый сосед. Бриар, я тебя догоню. Давай быстрее, Брамбл. Я уж тебе на пятки наступаю. Да ладно. Получил? Теперь я чемпион. Я просто поддался, чтобы тебе не было обидно. Пойду посплю. Ладно, будешь идти. Отдохну. Признай свое поражение. Сильный всегда побеждает. Что это там такое? Какой великолепный лес! Нет ничего лучше, чем рубить беззащитные деревца. Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Барахло! Я срублю весь этот лес. Кажется, звонок. Алло? Говорит Вик. Босс, все в порядке. Да-да-да-да, я уже в лесу. Все просто идеально. Да, не успеете глазом моргнуть. Все в пустырь превращу. Что это? Медведь? Где же он? Нужно быть поосторожнее. Стой! Не подходи! Не подходи, или пожалеешь? Нет! Назад! Я сказал назад! Прочь! Прочь от меня! Уйди! Этот тупой медведь не так опасен, как кажется. А ты сладкоежка, здоровяк. Ручаюсь, что могу приручить его. Виктор фон Винкенштейн будет царем леса. Что? Я продам этот лес за большие деньги. Вот это да! Вот это дерево!
потрясение. Здесь так красиво. Хочу поскорее все это спилить. Но сначала построю себе хижину. Да, вон там. Кто этот человек? Начнем отсюда. Как же я люблю шишечки. Что это? Землетрясение? Нет. На помощь, помогите. Помогите, на помощь. Помогите. Что он делает? Что это? Сужу! Уоррен! Сужу! Уоррен, ты в порядке? Бриар! Сужу! Уоррен! Скажи шишечкам, что я их любил. Уоррен! Хватит! Мне нравится пилить, рубить, парам-парам-папам, крушить, ломать. Юла, еще один медведь. Секундочку. Где же... Шоколад, любишь шоколад? На, хватит дурачиться. Бери шоколад и топай отсюда. Давай, проваливай. Неплохо придумано, но на меня это не действует. Мог бы просто сказать спасибо, не надо. Ты с ума сошел? Это же лесоруб, он собирается срубить весь лес. И мы все бездомные. Понял? Лесоруб уничтожит наш лес? Что? Уничтожит лес? Нет, этот человек хочет срубить деревья? Кошмар! Но у него такие вкусные конфеты. Не волнуйся, у меня есть план. Слушай внимательно. Эти деревья крепче, чем кажутся. Как же тяжело. Что это? Кажется, оттуда, где припаркована моя машина. Что? Разве это не тот медведь Ластёна? Ты должен слушаться! Успокойся! Йола! Успокойся! На! На, бери! Вкусно, да? Смотри! Вкусненько! Хороший мишка. А теперь положи пилу и уходи. Прекрати немедленно. Прекрати. А ну перестань, или я тебя пристрелю. Неблагодарное животное! Это же был швейцарский шоколад! Стоять, не двигаться! Куда же он подевался? Прячься, не прячься, я тебя все равно найду. Что это? Осиное гнездо?
Еще один медведь. Я тебя узнал. Ты напал на меня сегодня утром. Отлично, сейчас разберемся. Привет. Как ты смеешь? Что? Кончились патроны? Нет, нет, постойте. Остановитесь. Оставьте меня в покое. Помогите. На помощь. Из-за этих медведей я потерял целый день. Целый день. Что? Что это? Нет! 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 Эй! Кстати, а где Уоррен? Немного помог соседу с шинами. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2011 году.